Я уже рассказывал о важности такого простейшего агротехнического мероприятия, как обрезка листьев у различных растений. Речь идет о перцах, баклажанах, помидорах. И вот сегодня я как раз делал обрезку листьев у перцев. Как это делается, для тех, кто не знает? Делается это очень просто. Вот некоторые перцы, которые красные, я уже снял. Это, слово сказать, китайские. Другие сорта тоже активно поспевают. Это вот сорт купец. Это сорт бивень. Это сорт боярин. Ну и другие сорта. Видно, что плоды уже завязываются вовсю. Некоторые поспевают. И поэтому самое время как раз вот сейчас делать обрезку листьев перцев. Ну а делается это следующим образом. Я использую для этого ножницы. Вот на примере этого кустика. Это сорт бивень. У него, кстати, плоды направлены острием вверх, поэтому и бивень. А делается это следующим образом. Все листья ниже завязи перца, ну, примерно вот такого размера. Ну, когда еще завязь не очень маленькая, но еще не очень крупная. Ну, вот такая средняя. Все листья ниже вот таких завязей, вот сюда, они просто срезаются ножницами до самого низа. И также на всех пасынках. Это дает дополнительные силы растению завязывать более крупные плоды, наращивать новые завязи, и потом уже урожай будет выше и раньше, и плоды будут крупнее. Вот таким способом очень просто и очень легко помочь перчикам завязать более крупные плоды и, соответственно, повысить урожай. Но перчики — это замечательные растения, плоды у них очень вкусные, и всегда хочется побольше их получить. Поэтому я желаю каждому огороднику хорошего урожая. И чтобы этому помочь, можно применить такой простой способ, как обрезка нижних листьев. Вот, например, сорт гладиатор. Вот так выглядит после обрезки.